Сама война стала гораздо опаснее. Появилось новое оружие. Но приказы остаются те же. Найти их всех и уничтожить. Одного за другим. На них лежит проклятие бессмертия. Одна семья жаждет власти и богатства. Цепь ни разу не была разорвана. За все 14 веков. Вторая жаждет мести. Мы одержим победу над вампирами на их же территории. Стой! Видишь этого человека? Какой красавчик. И я не уверена, но кажется, ликаны за ним следят. Здравствуй, Майкл. Зачем ты им нужен? Да кто вы такие? Ты оказался в войне, которая бушует вот уже почти 1000 лет. Кровная вражда между вампирами и ликанами. Оборотнями. Настала пора сделать выбор. Зачем ты его сюда притащила? Он спас мне жизнь. Между клятвой, данной много веков назад... Этот человек вовсе не человек, он ликан. И связью такой союз немыслим. Что сильнее мести? Тебе повезет, если совет согласится сохранить тебе жизнь. Тебе даруют прощение, как только ты убьешь Майкла. Когда начнется битва? Чью сторону выберешь ты? Другой мир. Некоторые истории основаны на правде, некоторые на лжи. Много столетий шла война между ликанами и вампирами. Я была верным солдатом этой войны, но меня предали. Моя собственная раса повернулась против меня. Но лишь я одна держу ключи от спасения. Вернулся могучий, бессмертный. Это Маркус, первый истинный вампир. Он был изгнан 300 лет назад. Как же теперь мы его найдем? Это я его изгнала. Они решились освободить невероятное зло. Есть лишь один способ его победить. Найдите девчонку, приведите ее ко мне. Теперь только она стоит между их восхождением к власти. Ты знаешь, какие бедствия он нам принес, пока не был пойман. И гибелью человечества. Грядут орды ликанов. Не ликаны и не вампиры. Новая раса, созданная по образу их творца. Меня. Тебе с ним не справиться. Над этим придется поработать. Новая раса. Новая битва. Новый герой. Другой мир 2. Эволюция. Ты наша последняя надежда. Ты самый бесстрашный воин из всех, кого я знаю. Но ты должна научиться быть верной. Без верности друг другу мы не более чем звери-одиночки. Скрин, Джемс и Лейкшор Интертеймент представляют. Они бессмертные существа. Вампиры и ликаны. Одни рождены, чтобы править. Соня, отец не может не волноваться, когда ты так рискуешь. Я способна сама о себе позаботиться. Вторые выведены, чтобы быть рабами. Люциан, ты имеешь вес среди своего народа. Но вскоре это должно измениться. Соня, если я уйду, ты пойдешь со мной? Отец будет тебя преследовать. Ты жестоко ранила меня своим предательством. Я всю жизнь жил по их правилам.
защищал их. Служил им. И ради чего? Ко мне относились как к животному. Мы не животные! Вы такой жизни хотите? Мы можем быть рабами. Или можем быть ликанами. В 2009 году, когда закончится битва, начнется другой мир. Ты должна победить меня в последний раз. Вы со мной? Я убью вас! Всех вас! Другой мир. Восстание ликанов. Смотрите в кинотеатрах в январе 2009. Это не человек. Это ошибка природы. 12 лет меня держали в неволе. Объект 2 сбежал. Она в здании. Теперь стоять! Люди охотятся на ликанов и вампиров. Это новая война. Я слышал, что рыцари смерти канули в лету и уже никогда не вернутся. Я не узнаю этот мир. Много лет мы жили спокойно, а ты привела людей в наши святая святых. Мы будем стоять до последнего! Ликан! Сбежал еще кое-кто. Эта тварь сильнее любого из нас. Пробуждение. Они здесь. Ликаны! Ликаны рвутся нас уничтожить. У них новый лидер, Мариус. Ему нужна кровь Селины. Она даст им безграничную власть. Таких наступлений ликанов раньше не случалось. Раньше не было Мариуса. Помоги мне защитить ее. Думаешь, меня это волнует? Отправляйтесь на север. Вы найдете ответы там. Война пришла сюда. Мариус. Если хочешь победить в этой войне, тебе придется пройти через то, на что никогда не отважились бы даже самые смелые воины. Немыслимо. Ты кого-то ищешь? Теперь ее не остановить. Мне нужна только твоя кровь. Приди и забери ее. Возможно, ее кровь куда чище нашей. Я не настолько чиста.